Всем привет! Сегодня очередная распаковка мелкого пакета. Что-то там трясется, но я так подозреваю, что здесь кейс для вот такой камеры. У меня вот такая камера есть. Вот она как выглядит. Вот в таком большом кейсе SG4000. Вот так она выглядит. Хорошая камера, четко снимает. Вот что-то в таком кейсе не носить ее. Иногда он и не нужен. Извлекаем. Вот камера сама. Отличная камера. Пришел вот такой кейсик маленький. Посмотрим. Вот так. Вот какой большой. Здесь пусто. На картинке он меньше выглядит. Обозначается он. А, вот он. Как говорит описание, он воды. В общем, отталкивающий какой-то. Замочки такие. Ну вот он. Такой материальчик приятный. В размерах, конечно, уже меньше. Так, где-то с собой взял. Так, как же он укладывается здесь? О, так его и в этом, наверное, можно положить. Ну. В общем, вот такой кейсик. Понятно. Небольшое видео дополнение к этому ролику. Вы сами все видели. Кейс абсолютно не подходит к моей камере. Как я не пытался ее туда вставить, в разобранном состоянии, сложенном в боксе, она не подходит. Когда я ее заказывал, в описании, в названии товара у продавца значились GoPro SG4000, то есть моя камера. Сейчас я захожу на страницу своего заказа, там уже написано чехол для GoPro. SG уже вычеркнуто. То есть нету ее там. И так понятно. Вот она даже не подходит, не закрывается. В общем, открыт спор. Я почитал описание, там многие жалуются, что для SG не подходит. То есть, которые заказали по старому описанию товара еще. Так что пусть возвращает, денежки небольшие, около 200 рублей. И тем не менее, зачем дурить людей? Вот такой чехол мне пришел. Абсолютно ненужная вещь стала сейчас у меня в доме. Все, пока.